Еще хочу вам показать, какие красавцы повырастали грибы. Снимаю уже вечером поздно. Помните, какой? Тут один или два здесь даже. На два. Достать их сразу. Такие два грибочка. Так, и дальше еще. И дальше вот тоже, смотрите, какие. Прям под соломкой. Видите, какие большие. Три гриба. Комары гудят везде. Видите, прям их не выкрутишь-то. Нет? Это один такой. Там, наверное, маленький даже, наверное. Сколько много их. Там еще маленькие еще. Большой еще. Маленький какой выломался. Это муравьи бегают. Это не знаю, то ли оставить. Уже они вырастут. Пускай еще эти останутся. Такие вот еще грибочки наросли. Но здесь больше вроде бы не видно нигде. Вот такие вот. Симпатяшки. И вот здесь только совсем маленький начал расти. И вон там еще раз один. Даже его сорвать. Уже переросший немножко. В общем, вот такие вот грибы дает старая грядка. Ей уже, наверное, третий год. И просто мы наверх каждый год докладываем на нее свежего навоза. И вот на ней всегда растут грибочки вокруг.